Всем здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам, как помыть собачку в домашних условиях. Для начала берем собачку и хорошенечко смачиваем ее шерсть. Потом подготавливаем косметику. Если у вас шампунь для домашнего ухода, то, скорее всего, его разводить не нужно. Если профессиональный концентрированный шампунь, то его необходимо развести согласно инструкции на этикетке. Наносим на собачку и хорошенько вспениваем. Если у вас собачка с висячими длинными ушками, лучше прочесать их расческой. В принципе, любые ушки и лапки – это самая грязная часть тела у собачек. После шампуня обязательно наносим кондиционер. Лучше подбирать его по типу шерсти, подходящей вашей собачке. Хорошенечко все смойте, укутайте собачку в полотенце и дайте ей отдохнуть. В это время можно почистить ушки ватным диском. После того, как влага впиталась, можно немножко сбрызнуть спреем для легкого расчесывания и постепенно начинать сушить. И никогда не оставляйте собачку сохнуть самостоятельно.